Мир вашему дому! Сегодня по народному календарю православные христиане празднуют Блаженный день. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память священномученика Власия Севастийского, епископа, благоверного князя Всеволода во святом крещении Гавриила Новгородского, Псковского чудотворца, преподобного Дмитрия Прилуцкого, игумена Вологодского, преподобного Кассиана Басова Волоколамского, праведной Феодоры, царицы греческой, восстановившей почитание святых икон и другие православные святые имена, которые вспоминают в этот день. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшего в мир иной.